10 октября на площадке Digital October прошла благотворительная IT-конференция CIS Summit Digital Hearts, организованная журналом CIS в поддержку фонда Константина Хабенского. Конференция объединила самых активных участников IT-рынка, ведущих производителей и экспертов в сфере информационной безопасности, чтобы собрать средства для помощи детям с заболеваниями головного мозга. Спикеры-практики рассказали о своем видении современного IT-рынка, а также презентовали свои продукты и бизнес-решения. Гости мероприятия узнали о новинках на рынке IT и информационной безопасности. В ходе общения завели деловые знакомства с партнерами, зарядились энергией и отдохнули в приятной дружеской обстановке. Все собранные средства с мероприятия были перечислены в благотворительный фонд Константина Хабенского. Мы будем рады видеть вас на следующей конференции CIS Summit в числе наших гостей и участников.